Развивающий коврик панда для малышей с пианино. Вот так он выглядит. Крепления еще также к нему идут. Есть несколько вариантов, как можно, в принципе, это пианино использовать. То есть можно и в коляску брать, можно отдельно с ним играть, можно в кроватку ложить. То есть абсолютно универсальное. То есть сам коврик получается, размер самого коврика приблизительно 71 на 48 сантиметров. То есть абсолютно оптимально для малышей получается, чтобы ему было удобно. Значит, в комплекте такое замечательное безопасное зеркало. Такие игрушечки специально для малышей идут по размеру, чтобы было удобнее им держать. Специально крепления идут, которые на дугу крепятся. Очень удобно, например, игрушечки периодически менять, тогда малышу будет интересно. И в комплекте вот такое замечательное идет пианино. Вот здесь у нас есть регулировка, то есть его можно выключить, можно поменять просто уровни громкости. То есть получается, мы его включаем. Также оно светится. Замечательное такое красивое пианинка, то есть малышам очень удобно его держать. Вот оно в таком варианте выглядит. Четыре большие клавиши очень удобно нажимать. Сзади здесь еще также дополнительно идет у нас специальный саморезик, который не дает малышам самостоятельно открывать. Три батареечки необходимы. То есть удобно держать, удобно с собой брать. Можно, в принципе, за разные крепления, например, привязать куда-то, повесить на подвесочку. Сам коврик очень удобный. Я думаю, что всем малышам будет очень интересно и весело с ним играть.